Всем привет! Сегодня мы с вами сделаем классную и полезную самоделку из обрезка фанеры толщиной 8 мм. И если вам интересно, что же у меня сегодня получится, то давайте продолжим просмотр. И первое, что нам нужно будет сделать, это вырезать из нее прямоугольник 90 на 270 мм. Дощечку прямоугольной формы вырезали, переходим к следующему этапу. Ромбической формы вырежем окно в дощечке. Поработаем горелкой. Ну а теперь мне понадобится 3 гайки, лезвие для канцелярского ножа и 3 самореза по дереву. Подставим гайки под лезвие и зафиксируем лезвие к дощечке. Подготовил 2 дощечки, теперь их нужно будет закрепить таким образом, как вы видите на экране. Друзья, и как всегда, легким движением рук из обрезков дощечек и лезвия для канцелярского ножа у нас получилась овощерезка. Классная овощерезка из подручных материалов. Давайте же протестируем сегодняшнюю самоделку.
Друзья, классная овощерезка у нас сегодня получилась из подручных материалов. Я доволен. И надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео, сегодняшняя самоделка. Так что ставим лайки, подписываемся на канал, делимся видео с друзьями, комментируем видео. А также не забываем смотреть мои предыдущие видеоролики и жать колокольчик под видео, чтобы быть в курсе выпуска новых видео на моем канале. А на сегодня у меня все, и надолго я с вами не прощаюсь. Увидимся, как всегда, в следующем видео. Всем до скорого!